театра предупреждает. Отложите ваши стаканы, через несколько секунд начнется. Они упали! Ребята! Это кошмар! Там Вова, спасайте Вову, пожалуйста, я не могу уже больше. Как вы тут выжили, я не понимаю. Он не дышит, Вова! По-моему. Вова! Вова! Очнись! Ты цел? Что произошло? Хер его знает. Крушение у нас! Что это вот тут начинается? Это сон. Ой, ёпта. А пилот где? Пилот упал первым. Да. Я не скажу, что это я была. Да. Как так? Никого нету. Все живы. Пилот сбежал, все остальные не выжили. Нас только двое осталось. Это все. Это крушение. Да. Это крах империи. Да. Караул, а что от самолета-то осталось? Ничего не осталось. Как мы выбираться отсюда будем? Где пилоты? Где кто? Ой, просто... Пилоты через окно, по-моему, свалили. Просто все трэш. Тут просто всю панель это все кошмар. Разнесло. Кошмар. Прикинь. Жесть. Как мы обратно тут выбираться будем? Придется... Вначале выйдем и придумаем. Придется чинить. Кто тут мастер номер один? Я согласна. Сейчас, YouTube, как починить самолет. А, блин, телефон забыл достать. А, тогда же, кстати... Нет, подожди, сейчас не снимай. Ну, мы не унываем, на позитиве выберемся как-то. Надеюсь. Да. Самолетик, конечно же, расхабарили. По фоткам панелька была еще целая. Но работают какие-то кнопочки еще для чего. Кто там, может, в чем-то разбирается. А, вот еще что-то работает, кстати. Как это? О! Нифига. Дайте мне хотя бы полминуты побыть пилотом. Пилотом? Да. Данного средства. Ну, офигение, конечно, не для таких маленьких людей. Я надеюсь, оно двигалось. У тебя вон позывной ESPGB. Одновременно, прикинь, движется. Система, да, какая-то. Так они синхронные все. Там еще педали тоже вместе движутся. Очень клево. Набирай высоту. Второй пилот. Второй пилот. А второй пилот вам сейчас перформанс маленький покажет. Кыся-кыся. Но. А вот. А теперь смотри. На ковре в вертолете. Все, перформанс закончился. Хотя, мимо радуги мы летим, а вы ползете. Ну, а дальше вы сами знаете. Прикинь, ну вот эта система просто, знаешь, от людей, а как огородиться? Двери нету, просто шторка и все. И то, кстати, она прям, она коротенькая, она даже не рассчитана на эти, на, как это, волнушки-заборинки. Прикинь, какая система. Да. Волосатых времен. А, так, это система доверия. Максимального причем. Да. Сейчас самолета такого уже нет. Просто да. Пилот, так фишку можно? У вас тут все равно двое. Да, давайте покажем прикол с туалетом. Давай, иди. Так, а я хочу дверь установить на месте. Короче... А ты веришь, что это надо? Да. Нам надо, чтобы кто-то открывал. Друзья, вот вы видите, что это туалет. Кто мне поможет открыть дверь? Мне... Я за нее, за дверь. А куда да, ее? Да, на себя. Ну! Она падает, да, держи. Предупреждать надо. Ну мы же вам... То есть, чтобы вы понимали, да? Вот он. А, чтобы есть... вы понимали, она даже не проходит здесь. Ну, должна. Короче, она вот туда так закрывается. Ты так тут садишься, ну и как бы в салоне тебя все слышат. Но не видя зато. Зато воняешь на весь да. Салон. Я уже половину починил. А я-то думал, что так тихо стало.
звукоизоляция. Тебя закрывать там? Да, закрывайте. Ну, считай, что закрыло. Вот. Можем считать, что у нас это... У нас тут бортмеханик. А. Герметация не нарушена? Да. Все в порядке. А, что тут еще? Я не знаю, что это багажное. Отбегай! Или спальное место. Это спальное. Это реально спальное отделение. Думаешь? Да. Ну иди сюда, смотри. Ну Вова поместится-то легко, я вот не знаю, честно говоря. Ну это... Если бочком или как бы вот... Если нет, это не двигаешься... Багаж. Багаж? Да, 285 килограмм можно. А что для багаж... Нет, вообще-то лагаж что-то должно быть. Багаж. Лагаж, ну а багаж... Лоудинг Макс копать. А, ну вот тебе багаж, Макс, смотри, подходит. Сколько Вов? Слушай, сюда много Вов поместится. Не, ну если друг на друга штабелями, то, ну, например, там 7 точно спокойно. Вообще да. Маленько. Опа. Так что, можно по факту Вов переводить. Нормально, и тут, прикинь, тоже. Ты на чьей-то майкой наступил. На сортир, короче, дверь идет, прикинь. Да ладно. И вон защелки. Так, может быть, все-таки здесь тоже спать можно было, потому что а нет, для лагеря... Нет, смотрите, вот туда лагерь, а вот сюда человекич. Вот тут два человека сюда тоже поместится. Ну это если в пенинку. Ой, иди смотри, как можно поместиться. Я вообще эти пути. Ну нифига он там. Это не вид места, это этот эконом класс. Да, да, да. Просто, а ножки выпрямить? А хуй тебе. Платье как было больше. Подумаю, что ты пилот. Да. О. Ты че? Ты как ты не это? Только спасать пришел, уже, блин, закрывает нахуй. Что ты такая? А тут, о, а где тоже хотел посмотреть. А это что? Авторизайт релиз. О, это? А как так сыграл? Это наш пункт назначения. Где? Да не, не начали. Авторизайт релиз, сертификат какой-то. Ну, у меня все сертификаты, поэтому... А, ну все, давай поэтому... сертификаты. А, нифига, забираем, ручки на изоленте. Поэтому я двери починил. Блять, курить нельзя, я на нем не полечу. Да. А здесь можно? Главное, чтобы можно было бы пить без алкоголя. А извините, а это что было? Это типа, сколько посетителей толкали? Да, у каждого был свой лимит на посещение. Да-да-да. Ну подумаешь, в дороге обосрался перепугу, ничего страшного. Жизнь прекрасна, все нормально. Ой! Да. Интересно. Кстати, Володька, ягоды будешь пробовать? И так как у нас нету аптеки, и почему-то в нашем самолете нет даже аптечки, то я не знаю, что может произойти. Есть, в машине. Там только одеялка, которая тебя согреет, либо охладит. Нет. А, и винты есть. В таком случае нет. А жгут? Соорудим, не проблема. Алис много чего умеет. Только я думаю, что жгут ему вряд ли поможет. Я не умею жопу хвостик завязывать. Не, ну как бы, если что, знаешь, уже понимаешь, что все скоро закончится на горло. Чтобы не мучиться. Да-да-да. Теперь же мы пойдем реабилитироваться в дом космонавтов или же дача Андропова. Я покивал, что я туда же. О, яблоко. Не знаю, где мы разбились, где мы находимся. Хорошо, хоть здесь есть яблоки, ягоды. На какое-то время этого хватит. Как бы сказал бы дядя Витя, как вкусно там. А что, это можно для YouTube, да? Ты эмоции ждешь или что? Да. Охуенно. Зайдешься запикивать? Не, уже нельзя запикивать. Тем более, все равно не получается, поэтому просто здесь не смотрите. Но это было очень круто.
Мне очень понравилась сама идея, а сейчас мы идем в такое место, что удивятся все. Давай. Что говоришь-то? Эмоции. Эмоции? Да. Не знаю. Ну, хорошие. Ты видела такой вот самолетик? Нет. Вот. А где мы еще его увидели? Нигде. Спасибо, Тоха. Где-то есть самолет, у которого на крыле качели. Кстати, тоже в Эстонии. Я знаю. Да? Да. Далеко? Мы можем в обратную сюда. Опа, опа, опа. Интересная мысль. Ну, под Киево можно. Хотя у тебя в прошлый раз под Киево было 40 минут, конечно. Ну, в другой город уехали. Нет, по факту. Ну, там типа этого самого авиаклуба, но чтобы зайти вовнутрь, там сколько-то, 2 евро, по-моему? Да, 2 евро. 2 евро вход, если хочешь внутри полазить. Ну, так это Эмори все-таки, нет? Нет, это под Киево прям. Так Эмори под Киево. Нет, это не Эмори. Эмори там, ну, короче, база. Аэродром там под Эмори есть. Ладно. Но туда мы не поедем. Бля, у меня кто-то из друзей там недавно качался, точно. Я такая, типа, чё, прикольно, и потом забыла вчером. Да, так ясно, у меня есть точка, ну, можем съездить на обратном пути, поедем просто, ну, как оттуда, туда, можно, айс под Пярну, ну, можем через Скейлов, в принципе, да, вырулить там, я думаю. Ну, по дороге разберемся. Да. Должно быть интересно. А самое интересное, это куда мы едем сейчас. Если вам понравится видео, напишите об этом нам. И комментарии обязательно. Только хорошие комменты, а то... А теперь максималочка, но без мата. Это, знаешь, папа с лестницы упал. Он что-то сказал, а материться можно, нет, нельзя. Тогда он молчал. Вот я так же. Просто что-нибудь. Алло, алло, как слышно? Спасибо. А почему я сегодня в таком праздничном настроении? Потому что недавно у меня было 7 лет без алкоголя и других незаконных веществ. Поэтому ведите трезвый, правильный образ. Если вы помните наше видео Сайгна с подострова, то там нам нечего было есть, потому что мы застряли на острове, ели грибы, то тут тоже, но конкретно данный гриб червивый, будем искать другие. Охренеть, какая тут красота, мы только забросились, еще сами не посмотрели, только зашли, и уже такая атмосфера, такая класс. Сразу туда поворачивался просто, это нереально красивая архитектура, чтобы такое сделать из обычного кирпича. Это постараться надо. Я дизайнер интерьера и по совместительству архитектор. Я такого еще не видела, честно. Но как минимум нас такому не учили. Да даже посмотри, какая дверь. Вот я только пришел, смотрю, вот эта дверь шикарная. Я таких дверей не видел. Ладно, не будем дернуть, чтобы не ломать. Не ломать, но понятно, что двери задвижные. Вообще класс. Ох ты, ёлки, смотри. Офигеть, ты посмотри, какой зал. Ёпты. Здесь кинище показывали. О! А вы заценили эти кресла? Они, по-моему, даже пишущие. Сейчас у нас в этом... В Coca-Cola Plaza. Это лучше, вот ребята. Вот пришел. Кстати, а какого-то времени здание? 70-е? Надо будет посмотреть, чтобы не соврать. Не, даже позже, чем 70-е. Времена Андропова. А! Я не знаю времена Андропова, но так чисто по внешности... Пишите в комментариях, кто знает времена Андропова. 70-е должно быть, вот где-то там.
Пришел, короче, подлечился, посмотрел кинчик, поиграл в бильярд, тут же вообще мощь. Это русский бильярд, кстати. Вообще мощь. Да, ребят, кто разбирается в бильярдах, еще не знаю, бильярд тех времен, не тех. Смотри, ладно, вообще как сделано, все классно. Просто. Не, очень круто, кайф, очень. Кайф, короче. Атмосфера. Атмосфера. Прикольно. Тоже двери задвижные, раздвижные, то есть классно. Вот у нас, к сожалению, таких объектов очень мало. Если где-то в каких-то странах много, то у нас это просто вау эффект вызывает. Вот, видимо, как выглядела территория рядом. Такой вот, не, я бы назвал это заповедником, потому что место находится в лесу. Да, дверь просто. А тут ВЦ. Прям место вообще атмосферно, классно, поэтому я даже сегодня в такой шапочке. Ха! Не, ну вот эта штука вообще бомбическая просто. И, к сожалению, тоже все подтекает. Время берет свое. Вентиляционная система здесь вся. Может, кстати, где-то шпроты лежат. Не, вряд ли. Все равно может быть на всякий случай. Черкасский машинист, строительный завод. И вот в таких вот модных подкастах я раньше ходил, не то что сейчас ваши бомбы. А можно мне вот те, из которых одна те? Осталась? Ну, это не главное. Кстати, ну, да, это натуральная кожа, она уже страшная, она голодная поедет. Ха-ха-ха. Разберемся. А это какая-то подсобка, да? Подсобка, обогревалка? Ну, что-то типа, да. А куда здесь воды столько? Так все уж, ну, тут все, мусор. Устает потихонечку. Здесь вот двери тоже интересно. Красиво сказано. Блин, ну вот это вот все равно вот это вот. Вот это вообще, ну, эпичненько. Просто, блин. То есть, ну, в принципе, все едут сюда ради вот этого вот. То есть, такой архитектуры, но очень-очень мало. Абсолютно понимаю, это очень красиво, это очень классно. Это прям, ну, в Таллине такого не видела. Интересно, что дети вот из полевого что-то стояло, когда вы здесь были. А-а-а, приколи киоск. Возможно, да. Кстати, да, такой интересный орнамент на полу, смотрите. Все, дайте соли. Что? Дайте соли. На пол смотрите. Да. Там слишком много уголочков. Ну, сейчас нарисуем, подожди. Нет, там будет какой-нибудь кафе-мороженое, что-нибудь такое, ну, для местных богатых, либо просто кофе хороший. Володька зажрался, знаешь, объект вау, ну, типа маленький, да, ну, это все. Может, кто-то был просто... Нет, тут надо походить, а где-то, может, еще, ну, какие-то что-то проходы, я не знаю. Если есть кинотеатр, есть проход в эту, в кинорубку. Здесь у нас была душевая. Прости. Честно, не хотела, я случайно. Стучаться не учили. В туалет спокойно сходить не дадут. Ой, нафига. Смотрите, кто-то прикололся. На сортир себе поставил. Вместо сортира трон просто. Где? Что? Смотри. На камне просто. Ну, блядь, дырку забыли сделать. Пила есть, нет?
потом. Завались, надо? У меня на кухне не такие. Кстати, да. Да, только тебе нечем. Так, а как-то туда надо, значит, можно попасть? Да по-любому. Через улицу? Нет. На улице лестница. Да, там Аня уже посмотрела. Кстати, колонки здесь такие неплохие, да? Ли? А, нет, не ли, бля, прикольно. Не, ну тут, видимо, либо запилено. Показалось. Ну, походу, это и был просто кинотеатр. А все остальное было в том, который сейчас здесь. Ну, уже это был, кстати, полечки, да, или что это новые. Картины. Да, так, мы же смотрели, но это не оно. Это не оно, точно. А, ну у меня все просто, что на полу лежит у коврички. Простите. Карет путала штука. А это что? Блин, ну очень странно, как же что? А? А я тоже. Да около той двери, наружу. Это на открыто. Не нашли ничего. Ребята, дверь открыта. Ну круто, но мы туда-то... Нам надо выше полетать. А правда, там на двери какая-то надпись? Кто-то следит, убираются, кстати. Да? Простите. Что такое? Я думала, ну там что-то есть. Иди туда, смотри. Стрелка. А, это место на посадке. Нет, я еще не проверяла, еще не хочу. Грабельки стоят. Ну, я говорю, ну за этим местом следят, как бы. Да, и, к сожалению, наверх мы не смогли попасть. Оттуда показывали кино. Не, взяли бы с собой гвоздодер. Мы же не вандали. Ну, мы не вандалы, да, поэтому раз закрыто, значит, закрыто. А, кстати, лампочки для того времени, это дохуя стоит, я тебе скажу. И вряд ли я не переставляли 2000-е. Нет, тут все, я говорю, как бы все вот с тех времен осталось. То есть часть реновировали какие-то, видать, более-менее, ну, еще ремонт нам... Какой у нас сейчас, 24-й год? Да. Я говорю... Ну, по ступенькам лет... А, ну, блядь. Ну, это лет полтос минимум, я не знаю, сколько там, когда бы Андропов был. Он был еще до Горбачева. Честно, я не знаю, просто я ступеньки скажу. Смотри, диски новые. Я сомневаюсь, что их реновировали, либо этим местом прям занимались еще после. Но тогда вопрос, когда оно стало abandoned place. Ну, типа, бля, как-то забыла. Да, заброшка. Заброшка, да. Потому что это реально слишком ново. Здесь разъебанное, да, но, блин. Не, ну, может, что-то пытались реновировать, как бы, но это же очень много вложений вот стоит. Это очень старая тема. Это максимально старая тема. Таких вот сталин сейчас хер найдешь. Это... Для цветов как раз, чтобы дождь капает, вот здесь вот выход для воды, для того, чтобы не получали ровно столько, сколько им нужно. Тоже пиздатая тема. Кстати, нет таких, хотя удобная. Он был руководителем всего 2 года, с 82 по 84 год. Кто? Андропов. Вот этого комплекса? Ну, вообще не руководителем. А он совка. Ну, при нем и построили. Да, да. Я просто не играю, ну, вот... Извините, я фамилию знаю, а так у меня с историей все очень плохо. Какая же фигня. Окей, Google, помощь мне. Да. Это должно быть максимально стыдно, потому что, Игорь, спасибо вам. Очень классный чувак, Царство ему небесное. Очень сильно научил истории. Но, блин, например, я знаю там про Тутанхамонов и немножко про войну. А тут что-то проебалось.